знаем про парковку на тротуарах. Что скажете? Часто приходится сталкиваться. Что с этим делать? Делать парковочные места. Часто, подземные стоянки. Часто сталкиваетесь вот с автомобилями на тротуарах в общем в Саратове? Да. Машины. Нет. Хотя у меня машины нет. А куда же им ставить-то? Это пусть думает начальство города. Что нужно делать? Когда возводили, надо было думать, что делать. Сейчас вот уже для таких улиц, а их 90% в Саратове, это уже без толку. Что делать? Так и будет. Уже лет 10 как не езжу, старой стала. Спасибо. А ходите как пешеход, машины мешают на тротуарах? На тротуарах? Ну нет. На тротуарах никогда не ставлю. А из-за чего происходит? Потому что парковок нет. Из-за этого и происходит. Где ставить? Вы как автовладелец, как относитесь вообще к такому, что люди просто магазин отбросили? Отрицательно. Конечно, плохо, но куда деваться? Значит, надо расширять дороги, наверное, делать парковочные места для машин. Машин-то все больше и больше, куда деваться? Часто сталкиваются, видите машины на тротуарах, мешает пройти. Ну вот, когда были эвакуаторы, было меньше. Сейчас эвакуаторов не стало, стало больше. Бывает.